Вот. Вы видите сейчас с этой стороны полностью эту картину. Здесь еще асфальт не снят. А мы видим, что работы идут. Данный бордюр снят, старый. Ну и новый, естественно, будет в ближайшее время. Вот столько вот работы. Достаточно очень много. 9-я школа прямо здесь возле меня. И я смотрю прямо на кабинет директора Горшковой Лидии Михайловне. Вроде бы ее так зовут, нашего директора 9-й школы. Все, я иду дальше, вперед. Вот такой вот маленький ролик делаю. Здесь тоже часть аппаратуры есть, техники. Все, спасибо. Это будет как бы вторая часть, но меня больше всего... Вот здесь у нас когда-то был клуб. Была здесь библиотека, если вы помните. Вот. Еще порог чуть-чуть остался.